В Рязанской области сегодня назвали имя учителя года. Им стала Елена Пичугина, преподаватель истории и обществознания Рязанской школы номер 48. В этом году состязание проводится в 24-й раз. В нем приняли участие 29 учителей, представляющих 25 муниципальных образований области. Участникам конкурса необходимо было не только продемонстрировать знания и навыки в методической работе, но и проявить артистизм и эрудицию. Для Елены Пичугиной конкурс испытания еще не закончены, а скоро она представит наш регион на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Меня переполняет чувство благодарности. Благодарности всем тем, кто дал возможность мне проявить себя вот так. Это, конечно, организаторы, это жюри, это участники, которые поддерживали. И не могу не сказать про дружный творческий коллектив «Школы 48».